Ну что? Ничего не слышно, господин капитан. Позвольте заметить, мы здесь уже... Мои часы не остановились, господин старший офицер. Я отсюда не уйду. Если понадобится, я пробуду здесь до Рождества. Но не выпущу эту проклятую лодку. По моим расчетам, они должны либо всплыть, либо задохнуться. У них больше не хватит кислороду. Товарищ Кротов. Есть. Ну что? Полученные сведения от подводной лодки по 81. Все еще не можем установить связь, товарищ флагман второго ранга. Продолжайте вызывать. Есть. Не прекращайте ни на минуту. Да-да, продолжайте. Тридцать, 31, 32. 33, 34, 35. 36. Большая лодка. 37, 38, 39. 40. 41. 42. Открытые нешифрованные ради. Мною потоплена большевистская подводная лодка П-81. Слушаю. Сколько на ваших часах, господин старший офицер? Товарищ флагман второго ранга, перехвачен радио. Дать приказ эскадре.